Шановні колеги, я вас вітаю. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Зараз ми будемо говорити про інформаційну підтримку пацієнтів з діабетом та створення електронної карти. В прес-конференції беруть участь Сергій Каталунов, громадський активіст, лікар-офтальмолог 9-ї міської лікарні Дніпра, та Маргарита Гарбус, керівник благодійного фонду «Опора.UA». Мої вітання, панове. Вам слово. Що за проєкт, що за картка? Добрый день. Проект у нас возник, идея проекта возникла из нашей работы, потому что постоянно ежедневно сталкиваемся с пациентами с диабетом. То есть работая в 9-й горбольнице, у нас очень часто бывают пациенты, которые приезжают в коме, и до того момента, пока не попадут в 9-ю городскую больницу, где реанимация именно для пациентов эндокринологического плана, они их возят по городу в разные реанимации, не понимая вообще, нет возможности правильно поставить диагноз. То есть из этого мы исходили. То есть идея была какая, чтобы можно было всегда, был какой-то момент, который носимый на руке, который не приносит дискомфорта, и можно было считать. То есть Маргарита Александровна в свое время увидела похожую идею в Испании, там на государственном уровне. Мы решили это сделать на силиконовых браслетах. То есть на силиконовый браслет наносится QR-код, пишется, такого плана браслеты, разноцветные, пишется диабет сканами, и в этом QR-коде зашифрована информация. То есть основная информация, которая зашифрована, это фамилия, имя, отчество, год рождения, основной диагноз диабет, сопутствующие возможные, группа крови, аллергические реакции, которые могут быть на какие-то препараты, и два телефона родственников, с кем связаться в случае необходимости. И по желанию пациенты могут также вносить туда свой домашний адрес, надо или не надо. Также дальше это их фантазия и желание, что они могут вносить, там нет исключения. И сама электронная карта, куда они могут вносить все свои назначения, показания и какие-нибудь анализы. То есть карта включает в себя записи, записи как пациенты могут оставлять, так и врачи, глюкоза, которая автоматически строит график глюкозы ежедневно, когда вносить, можно по несколько раз в день носить. Потом файлы, туда можно прикреплять фото, скан файла. Например, у нас в офтальмологии мы очень часто, когда смотрим диабетические ретинопатии, это фотографии. То есть нам надо видеть сканирование сетчатки, это в виде фотографий. Чтобы не носить это все в бумажном носителе, можно добавить туда, это будет все на месте. Назначение врачей и напоминание. Например, если у пациента надо пить препарат каждые полгода, мы вносим этот препарат, за 2 недели до следующего приема ему начинает на телефон приходить сообщение, что необходимо начинать пить. Да, не забываем, начинаем пить препарат. Вот вкратце, наша программа стартовала с этого. То есть на сегодняшний день больше программой занимается Маргарита, так как это благотворительный фонд, полностью оплачивает, на сегодняшний день полностью оплачивает данный проект, поэтому ей слово. Пані Маргарита? Да. Добрый день. Хотела бы для начала сказать, как вообще попасть в эту программу. Вы можете попасть двумя путями. Это связаться с Сергеем Анатольевичем, или же когда вы будете у него на приеме. Вот. Или же зайти в Facebook, где находится наша страница «Диабеториум», и напрямую связаться также со мной или же Сергеем Анатольевичем. «Опора.UA», маєте свій сайт? Да, мы имеем свой сайт. Там можно зарегистрироваться. Можно добавиться и написать в личку. Если же это касается препаратов, то в основном мы сейчас ведем такие группы, как диабетики, артериальная гипертензия. И бывает у нас от 10 до 15 заявок, это в зависимости от того, какой у нас в течение месяца идет набор. Заявки по другим препаратам. Это НПВС, это та же самая офтальмология, это какие-то у нас были набор школьника, то есть когда идут в садик, в школу, там нужно сдавать анализы, вот этот набор анализов. Вот. Поэтому все проходится индивидуально, и также на этом сайте «Опора.UA» вывешивается отчет. Я и стараюсь в промежутке там квартала двух месяцев вывешивать отчет, то есть о нашей работе. Заявок было столько-то, препаратов отдано столько-то. Желательно мы это же стараемся подкреплять фотоотчетом. Но не все люди на это идут, но хотя бы так. Журнал мы свой ведем, то есть мы определенно видим, что у нас от 20 до 35 новых пациентов обращаются в благотворительный фонд ежемесячно. Фонд діє лише на Дніпропетровщині?
Чи по всій країні? Очень так усилено он действует на Дніпропетровской и Дніпропетровской области, но мы были недавно в Запорожье, где тоже этим заинтересовались. Вот, пока было оттуда всего лишь две заявки пока. А інші міста? Другие места пока не откликнулись по благотворительному фонду. Пока нет. Але сама програма там вже започаткована. Да, сама програма є, то есть люди иногда прозванивають, спрашивают, но здесь момент в доставке препаратов. То есть им не всегда подходит время, неудобно через там какие-то носители переправлять. Родственников также нет, чтобы переправить этим. Поэтому... Я правильно розумію, що фонд ще й забезпечує деяким видом ліків? Да, бере да, на себе цю да, відповідальність? Да, 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 да. Поэтому у нас как раз благотворительный фонд сейчас очень тесно сотрудничает с платформой Diabetorium. Те пациенты, это около 104 человек, которые у нас сейчас в данный момент находятся уже в программе Diabetorium, они частично находятся на обслуживании благотворительного фонда. Это от шприцов до полосок. То есть если препараты какие-то заявки есть, да, мы их осуществляем их доставку. Если же нет прямого какого-то такого, какой ему пациенту нужен, мы ищем аналог. Если же пациент согласен с этим, но с учетом, что обратитесь к врачу и уточните, согласен ли врач заменить вам на аналог. Только так. В другой ситуации мы на это не идем. Ви казали, прототипом стала програма в Іспанії. Як да. вона там діє? Яким чином? Це вже на державному рівні. Скільки років вона там існує і які результати дає? Чесно говоря, я не углубляла, скільки років вона там діє. Ця програма, вона основана на пацієнтах з епілепсією. Тобто там йде точно такой же браслет, вот только там просто написано, что я эпилептик, вот, и если, ну, к примеру, реклама идет, если вы увидите написано «я эпилептик», то если со мной что-то случается, обратитесь в поликлинику, просто и все. Там нет никакой информации, они не являются этими носителями. Поэтому я увидела, мне захотелось вот такое что-то придумать для наших пациентов, но более уже с развитой стороны. Тобто ви є новаторами в Україні. Да, да. Наскільки активно відкликаються? Чи вже відома ця програма, можливо, за межами міста або... Да, платформа Diabetorium, вона відома вже в Харкові, Вінниці, Запорожжі, Києві, ну, звісно, Дніпропетровське, це там, де ми її презентували. То есть мы ездили туда с презентацией, нас приглашали на Всемирный день диабетика, который проводился в разных местах нашего города и Украины. Мы ее там презентовали. Также говорили об этом в связи с благотворительным фондом. То есть это у нас ушло как в связке. Что стосується информационно-технического забезпечения? Супровід информационный. Как все происходит? Информация потрапляє на сервер... Це лише в одній лікарні? Нет. Ця послуга, або можна, якщо стало погано, зле? Ні, це працює везде, независимо від країни. Тобто, навіть у нас є на сьогоднішній день заінтересовані люди в інших державах. Тобто, ми їм в електронному виді ми ведемо. Тобто, браслети ми для них не зробили, але ми для них ведемо електронну карту. Ми, коли тестували саму програму, вони вместе з нами працювали. Ні, інформацію можна вважати з будь-якого мобільного устройства. То есть у нас практически на всех смартфонах сейчас есть QR-сканеры. То есть у кого-то в Viber, у кого-то уже установлено, у кого-то можно подписаться. То есть в любом месте. Взяли, считали. В любом месте можно вносить данные, можно какие-то вносить изменения. По техническому обеспечению программа, ну, у нас выкуплен сервер, определенный объем на нем есть, то есть и туда можно вносить все данные. То есть и всегда можно добавлять. Пока на сегодняшний день, опять же, спасибо, там у нас есть волонтеры, есть организации, не будем рекламировать, потому что у нас есть и депутаты, и политические партии, которые, ну, заинтересованы в чем-то, мы их не рекламируем. Помогают, да. Помогать. Да, у нас есть те, кто хотят помогать, есть обычные люди.
То есть и программу мы разрабатывали точно так же, что дать максимальное количество той информации, которую можно это сделать. То есть изначально вообще была идея просто браслета с минимальным набором данных. Потом, когда мы занялись самой разработкой программы, мы уже сделали и саму электронную карту. То есть электронную карту, где можно вносить практически все. Ну и хочу добавить, по самой платформе Diabetorium, это не только браслет и электронная карта, это не только помощь благотворительного фонда, это еще и бесплатные лекции для наших пациентов с диабетом. То есть мы стараемся раз в 2-3 месяца делать лекцию, куда приглашаем офтальмологов, то есть я выступаю, есть еще мои коллеги, которые приезжают, читаем, что надо делать пациентам, как себя вести с диабетом, потому что глаза ложные мишени, и нужно осмотры, нужно правильное питание, нужны правильные препараты. Обязательно приглашаем эндокринолога, приглашаем диетолога. Вот Маргарита Александровна недавно нашла очень, скажу так, шикарного диетолога, очень интересного, который интересно ведет лекции. То есть мы приглашаем медпредставителей, это фармкомпании, которые могут давать препараты. Но у нас условие у фармкомпании такое, что если они участвуют с нами в лекциях, то как бы их реклама, конечно, получается, но они тогда нашим пациентам должны давать препараты с определенным дисконтом напрямую. То есть они это идут, дают скидку 15-20%, это, я думаю, для пациентов очень кожный. Да, у них вроде реклама, а для пациентов все равно эти же препараты не постоянно берут, но они получают с определенным дисконтом. То есть, опять же, это все оплачивается и благотворительным фондом, и фармкомпаниями, и волонтерами. То есть, у нас все на добровольных началах. Чи є якась певна група вікова, скажімо, на яку розраховані ці браслети? Або це підходить однаково, як для дітей, так і пенсіонерів, так і людей? Будь-якого віку. Підходить всім людям любого возраста. Да, конечно, более активно заполняют саму электронную карту молодые пациенты, но есть у нас и люди преклонного возраста, которые не отстают от них, есть дети, которые для своих родителей просто брали как информация. Касательно детей, у нас есть несколько детей с диабетом, которые участвуют в программе, но единственное, что браслеты были первые у нас вот такого размера все. Мы сейчас заказали новые браслеты, через 2 месяца будут детский размер, чуть меньше, ну и более яркие. Все-таки детям не красный, желтый, там есть разные красивые цвета. До речі, я ще не хотіла спитати. У вас різнокольорові браслети. Да. Чий колір залежить від того, яка інформація міститься? Не зависить. Ви казали, мінімальний пакет або там максимально розширений? Не зависит, пакет зависит от того, как пациент сам подписывает программу. То есть минимум хочет, либо хочет вторую, ну и будет ее вести, заводить. Потому что у нас даже молодые пациенты, которые брали второй вид программы с электронной картой, не всегда ее ведут. То есть ведут достаточно, вовремя вводят. То есть у них бывает, они заносят глюкозу раз в неделю. А есть пациенты, которые 3-4 раза в неделю вносят. То есть это зависит на самом деле просто от пациента. Цвет это для красоты, какой вам больше нравится. У нас есть пациент, который взял 2 браслета. Взял, говорит, мне обычный черный на каждый день, говорит, и желтый, когда я хожу в клубы на дискотеку. Коллеги, можливо, є запитання? Тоді я гадаю, що... Підсумовуючи нашу розмову, нашу зустріч, ключові моменти, що стосуються діабету, на якому рівні зараз активність громадян щодо попередження, щодо профілактики, чи достатньо вони інформовані, що робити, як робити, чи все ж таки, як і раніше, як і колись є проблема, коли люди не знають, що їм робити. Ну, на сьогоднішній день касательно діабету, к сожалению, інформованість людей остається на низком уровне, то есть очень многие пациенты, когда им ставят диагноз диабет, воспринимают это как что-то страшное, вот все, конец жизни, да, при том, что во всем мире у нас уже диабет считается, ну, как, есть такая у них позиция во всех организациях мировых, что диабет это не болезнь, это образ жизни, просто надо к этому приходить, вот для этого мы лекции проводим, чтобы информировать, потому что даже люди со стажем с диабетом не знают, что им раз в год нужно смотреть глаза, почему их надо смотреть, то есть они приходят, говорят, я хорошо вижу, но на самом деле у них уже начинаются необратимые изменения, которые чуть со временем приведут к слепоте. Поэтому мы для этого специально организовываем эти лекции, читаем и стараемся максимально донести до пациентов эту возможность. Поэтому у нас есть сайт Diabetorium, у нас есть группа Diabetorium, где мы выкладываем. У нас наши коллеги-врачи ведут свои группы, где мы пытаемся максимально людей информировать. То есть вот Маргарита Александровна со стороны фонда, то есть все время тоже старается привлекать для того, чтобы мы могли донести какую-то информацию.
Тобто все ж таки ця проблема залишається. Да. І потрібно йти в маси, все ж таки доносити її. Да. І у нас залишається буквально хвилина. Якщо немає більше запитань, я пропоную ще раз нагадати все-таки сторінку і нагадати основні кроки, як заявити про себе, якщо хтось бажає долучитися і стати учасником фонду, або допомагати все ж таки в якості спонсора або міцената, і якщо людина бажає все ж таки долучитися до програми вже як пацієнт. Да, единственное, что хочу напомнить, у нас есть группы в Фейсбуке, как по благотворительному фонду «Опора.ua». Вы можете заходить туда, это абсолютно открытая группа. Вы можете напрямую связаться там со мной, написать же мне, после чего мы уже свяжемся конкретно по данному вопросу. Что касается платформы «Диабиториум», есть сайт, в Гугле ввести можно его, вот, и зайти там, посмотреть информацию, контакты и уже приобщиться к ней. Но все равно для того, чтобы полноценно стать владельцем данной электронной карты, нужно связаться с нами. Долучитися до лекцій може кожен бажаючий. Да, да, да. Це так, дистанційно. Ми автоматично обзванюємо тих людей, які у нас знаходяться на базі платформи «Диабиториум». Вот. І також спрашуємо у тих клієнтів, які є в благотворительному фонді, потрібні їм це чи ні. У нас база вся є, ведуться отчети, журнали, де ми можемо періодично їх прозвонити і спрашувати, ну, потрібно ли їм це. Щиро дякую вам за таку ідею і за цікаву зустріч. Колеги, щиро вам дякую. Залишайтеся з нами, дивіться відкритий, бережіть себе, зустрінемось.